35-я сессия законодательного собрания стала первой для Вениамина Кондратьева. В качестве главы региона в этом зале перед депутатами его еще не представляли. Аппарат краевой администрации к законодателям пришел подготовленный, сразу несколько проектов на рассмотрение у депутатов. Инициатор одного из них – лично Вениамин Кондратьев. Авторский проект о создании управления контроля и противодействия коррупции парламентарии одобрили единогласно. Новая структура, кроме борьбы с коррупцией, также будет следить за исполнением всех законов. Подчиняться управление будет лично главе региона. После голосования он первым берет слово. Свою речь программной не называет, но в ней явно читаются основные акценты в развитии региона. Самое главное, что нам предстоит сделать, это максимально адаптировать бюджет следующего года к социальным нуждам. Пересмотреть приоритеты. Поставить во главу угла потребности людей. Безусловно, наш бюджет социально ориентирован. Его большая часть, 70%, идет на социальную сферу. Но уже сейчас я понимаю, что за этой, казалось бы, большой цифрой тысячи нерешенных проблем. Сегодня надо развернуться в сторону реальной жизни горожан, селян. И давайте заявлять то, что сможем сделать. И внемлем просьбе людей. Не надо их кормить обещаниями или попросту обманывать. Важная мысль, что мы должны решать социальные проблемы именно в интересах населения. Не количеством, не громадьем, а в конкретном районе, в конкретном месте проживания людей. Сегодня надо ориентировать для того, чтобы комфортно сегодня жили наши и преподаватели, и врачи, потому что от них зависит очень многое. Чтобы в нынешних реалиях сохранить социальную ориентацию, нужен немалый запас экономической прочности. И то, что лучшая политика – это экономика, в речи Вениамина Кондратьева звучит не один раз. Бурное оживление, особенно среди депутатов-бизнесменов, вызвало обсуждение поддержки промышленности. Часть народных избранников имеет собственное производство и рассчитывает на волне импортозамещения получать безоговорочную государственную поддержку, рассчитывая даже на построенные полностью за бюджетные деньги заводы для развития отрасли. Мы везем из-за границы на навозные транспортеры везем, мы везем из-за границы диски для почвообрабатывающей и так далее. Очень много то, что можно сделать на Кубани и как раз повысить процент именно промышленного роста на основе заявок сельскохозяйственного производства. Кондратьев в ответ предлагает разделить ответственность, а не только требовать стопроцентной поддержки. При создании государственно-частного партнерства рисковать рублем, говоря по-народному, будут обе стороны. Именно при таком подходе, уверен глава региона, станет выгодно улучшать качество конечного продукта. Если вы убеждены, что это производство заработает, объедините коллег вокруг себя, давайте сделаем государственно-частное партнерство, но вы вложите свои деньги, бюджет вложит свои деньги, и мы создадим это производство. И тогда вы будете четко понимать, что оно должно быть эффективным. И тогда оно будет, то, что производить, будет покупаться. Вот такой подход, я думаю, он более будет эффективным. Не заявка, а конкретное участие в том или ином проекте. Я вас прошу, коллеги, чтобы разговор шел не так, что вот вы мне дайте, а я что-то сделаю. Сначала думай, что ты сделаешь. Куда реализуешь, насколько востребована будет эта продукция. То есть совершенно новый подход должен быть. Сегодня депутаты рассмотрели больше 40 законопроектов и постановлений. Одно из них получило одобрение быстрее остальных. Создание комиссии по паркам, которая во всем крае будет проверять работу по сохранению зеленых зон, поддержал и глава региона. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань 24, Краснодар.